На 25% выросла с начала этого года цена на природный газ, поставляемый в Молдову российским концерном «Газпром». В настоящее время она составляет $237.46 за 1000 кубометров. Как сообщили одному из молдавских интернет-порталов в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, этот тариф действителен только в первом квартале этого года. По данным НАРЭС, за прошлый год в республику было импортировано более 1 миллиарда 100 миллионов кубометров природного газа, без учета Приднестровского региона, что примерно на 9,3% больше, чем годом ранее. Это самый большой объем импорта с 2011 года. Средняя цена импорта в течение 2018 была на 34% или $55 выше, чем в 2017, достигнув $217.46 за 1000 кубометров. Однако в национальной валюте она выросла на 22% до 3670 леев.